всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Макс Фридрих Фердинанд Рабе. Немецкий художник-импрессионист, хотя его больше всего помнят как художника-востоковеда. При жизни отверг этот ярлык и хотел, чтобы все его работы были одинаково признаны. Я цитирую Википедию. Родился 17 апреля 1868 года. После нескольких переездов его семья поселилась в Берлине в 1876 году. Первоначально он был самоучкой, занимался изучением природы и зарисовками. Позже брал уроки у художника-пейзажиста Пауля Греба. Следуя совету Греба, он поступил в ученичество художнику-декоратору Паулю Борбану. Совершил многочисленные поездки в Северную Африку и на Ближний Восток. В 1898 году по рекомендации Освальда фон Рихтгофена, министра иностранных дел, он был приглашен сопровождать кайзера Вильгельма II в поездке в Стамбул и Палестину. Много лет спустя он отправился в Америку с принцем Болгарии Кириллом. Был назначен почетным доктором и стал профессором Берлинского университета искусств. В 1899 году был награжден орденом Цирингерского льва. В 1914 году он предпринял поездку на линию фронта в Восточную Пруссию. В следующем, 1915, он был на Западном фронте в Бельгии, а в 1917 посетил Верден. В дополнение к своим полотнам он выполнял декоративные работы, в том числе пейзажные фрески в замке Лаузице и на вилле Везерлой, а также потолочные росписи и аллегорические фрески в Шаушпильхаусе на территории нынешнего Вроцлава. Умер в Вене 25 июля 1944 года. Вот так вкратце из переводной Википедии о немецком художнике-импрессионисте Макс Фридрих Фердинанд Рабес. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.